так растут эти грибы. Просто открываешь булочные булочки. Просто за 10 минут пол пакета грибов. Тут такая же история. Ой, только неудобно под елками, надо под соснами пролазить. Ну, красотища же. Красота. Вот так растут грибы. Тут удачная сосна мне попалась. Еще здесь не ступала нога человека, сейчас буду собирать.